Спасали от холода. Сегодня почетные грамоты от облсовета вручили участникам ликвидации последствий непогоды в январе. Это самые разные люди, их около 20 человек. И спасатели, и полицейские, и представители Укрзалезнити, и даже работники детского сада. В детский сад мы поселили около 100 человек. 6 вечером людей привезли, и мы до понедельника. Люди были у нас в детском саду. Люди были обогреты, накормлены. Все условия, которые мы могли, мы им предоставили. Условия были такие, что снежный покров достигал до 2,5-3 метров. И были трудности даже доставки личного состава нашей же техники, вездеходами, которые трудно пробирались в те места, где были заторы, легковой техники, откуда мы спасали людей. Я напомню, непогода разыгралась еще в начале января. Тогда на дорогах области образовались десятки заторов, и в снежном плену оказалось несколько сотен автомобилей.